Mitsubishi Outlander, мотор V6. Ошибка по селектору выбора передач. Происходит следующее. При переключении назад идет толчок. Селектор не видит заднюю передачу, даже не отображается. Нейтраль есть. Вот еще раз сзади. Вот такие толчки, рывки. Продиагностировали проводку к селектору. Все в порядке. Решили заменить селектор. Сейчас заменим, будет видно. Селектор у нас находится под аккумулятором. Придется снять аккумулятор, пластиковую площадку под аккумулятор, и там селектор. Сейчас разберем, покажу. Вот и наш сам селектор. Гайку центральную я уже снял. Сейчас сниму тягу, откручу два болтика и поменяю селектор. Установил бэушный новый. Есть один момент. Переводим в нейтральное положение и должны совпасть отверстия. Это регулировка положения самого селектора. Сейчас соберем все, посмотрим. Продиагностируем ошибки и посмотрим, как ведет себя машина. Сейчас удалим ошибку. Ошибка была P0705. И проверим, все ли у нас работает. Нормальный ли бэушный селектор. Как видим, при переходе на заднюю передачу двигатель нормально реагирует, без толчков, без рывков. С паркинга назад сразу все реагирует, рывков, толчков нет. Надо проехаться и посмотреть, чтобы не загорелась ошибка. Победили! А старый селектор предлагаю препарировать, посмотреть, что у него внутри. Вышла из строя все-таки. Вскрыл я селектор. Ну и все банально просто. Вода, окисление. Контакты живые, нажимные, которые бегают. А вот ответная часть пострадала. Вот вам и рывки при коробке, вот и ошибка. Все из-за попадания влаги. Хоть он и герметично сделан, но все равно она просачивалась. Время берет свое. Занимаемся реставрацией тормозных цилиндров GMC Вандура 86 год. Это уже, грубо говоря, почищенное практически. А это что предстоит сделать? Вычистить внутри все, почистить поршня и собрать. Все еще будет ездить, так как в те годы делали на века. Вот старые, еще один комплект на переборку, а это уже почти подготовленные. Будет жить еще машинка везде. Made in USA, USA. Тогда делали качественно. На каждой резинке. GMC Вандура. Такой наркоманской системы тормозных колодок я еще не видел. Все эти пружины, скобы, подводка ручника. Это было интересно. Сейчас перебрали тормозные цилиндры. Сейчас соединим барабан с одной, со второй стороны. Прокачаем систему. И все должно заработать.
Проверка лайфхаков от доктора Дью. Все работает? Интересно, что американцы употребляли в 80-е годы, чтобы придумать такую наркоманскую систему колодок? Все эти тяги, все эти пружины, подводка ручника. Досталось мне все в разобранном виде, я не видел, как оно собрано было. И тут пока разобрался, прошло довольно-таки много времени. А вот такая тормозная жидкость, ну я бы назвал это жижа, выходит из контуров. Сейчас все промоем новой тормозной жидкостью, и будет вообще все замечательно. Руль, конечно, крутой на ней, с деревянными вставками и переключатель передач с черепом. По поводу фильтра в коробку. Есть фильтры, а есть маслозаборники. Вот на примере фильтра и маслозаборника Nissan. Там стоит обычная сетка, которая промывается и ставится. Я его развальцевал, достал. Да, единственное, тут резиновое кольцо стоит, которое необходимо заменить. Но также его можно промыть и поставить. Сетка не двухслойная, сетка однослойная. Просто она мелкая. И она отлично промывается. А есть фильтра, в которой фильтрующая бумага здесь находится. Он маслоприемник, маслозаборник и фильтр в одном флаконе. Вот те менять обязательно. А эти можно так выкрутиться. Давай. Полностью давай. Бум. А что оно стоит, ёпта? Что там крутится-то? А. Тиф стоит, ёпта. Крутится. Чтобы проверить работу генератора, нужно 4 человека, 4 слесаря, понимаете? Егорыч. Ну, ребята, давайте. Я думал, без склейки будет, а у вас придется склеивать вас. Просто вытащил Валера, блядь. И крутил, да. Так, не пикайте, а то я буду запикивать потом. Едем! Вставляй до конца. Давай. Вставляй пробуй. До конца. Давай. Готов? Нет! Массы нет! О, есть, все! Поехали! Обороты полностью, давай, максимум! Максимум! Что, не дает? Нет! Что-то у парней не получается. Ладно, потом подснимем. Взяли мощнее дрель. А ну, парни, у парней сейчас выйдет. Масса есть? Нету. Есть. Есть? Есть. О, было. Заработало. Было. Она, видно, осела у меня, отсадила дрель. Да, давай. Ну, конечно, нам нужно этот. О, пошла зарядочка, пошла. Маленькая дрель просто
не сильно мощно. Вот так вот, 4 слесаря проверили генератор. И один алабай, который снимает все это дело. Денис механику вызов. Течь масла с масляной пробки. Что-то тут на герметике нахимичили. Будем разбираться сейчас. Сольем масло, посмотрим, есть ли там вообще резьба. Зачем там герметик? Это уже замыли, все равно течет. Тут вон везде герметик. Короче, колхозно как-то что-то делали тут интересно. Будем переделывать. Сальник привода. Коробки еще льет. Уже не течет, а льет. Машина постояла, а с него натекло. Тоже устраним. Резьба на пробке целая. Просто парни лентяи не поменяли уплотнительное кольцо. Вот тут завернуло в резьбу. Плюс намазали герметиком. Не нашли просто такой диаметр, наверное, кольца. Резьба даже целая в поддоне. Все нормально. Просто надо поставить правильное уплотнительное кольцо. И все пройдет. Колечко снял, оно распалось. Стало с буртиком. Пробку почистил, все нормально. Грани немножко побитые, но это не страшно. Сейчас найдем колечко правильное. И поменяем. И менять нужно обязательно кольца, они одноразовые. Здесь все зачистил. Приступаем к сборке. Зачистил, поставил новое медное кольцо. Сейчас останется залить масло. И течь прекратится. Настали времена, что предфильтры на маске, респираторы, нигде не найдешь. Вот спасибо подписчику, который подогнал 2 комплекта. Дроссель. Чё-то ты линяешь, братан. Линяешь, дружище. О, ты уже побитый где-то.